Король Карл III лично приветствует тех, кто пришел к его лондонской резиденции Кларенс Хаус. После коронации он переедет в Букингемский дворец. Чарльз жил в Кларенс-хаусе и оставался принцем Уэльским дольше всех в истории королевства. И за эти несколько десятков лет не смог набрать особенной популярности среди подданных своей матери. Тем не менее, подданные готовы дать новому монарху шанс. С Чарльзом в свое время была Диана. Диана была очень популярна. Чарльз, очевидно, не так популярен, как Диана. Я думаю, стране потребуется время, чтобы увидеть, добьется ли он чего-нибудь. Это просто игра в ожидание, чтобы посмотреть, чего он сумеет добиться для страны и правда ли он пойдет по стопам Елизаветы. Я полагаю, что он продолжит ее линию. И серьезные изменения произойдут только тогда, когда на троне окажется Уильям, следующее поколение. В субботу Карл III был объявлен монархом официальным. Заседание Особого совета по престолонаследию, в который входят высшие политики, пэры и священнослужители королевства, впервые в истории транслировалось по телевидению в прямом эфире.